Так, короче, сейчас будут водолазы. Водолазы, они, конечно, быстро умирают, но... Тут надо понять, как лучше всего, чтобы... Например, там... Вообще хорошо идем. Мы спрячем себе заборчику. Надо синий футбол поделить, соответственно. Да, кстати, блин, у меня нет, по-моему, синий футбол. А он в целом зеленый. Вообще. Вообще плевый. Я говорю, вдвоем вообще халява. Мы умерли всего по разу. Как же они уходят. Они же так прорисовываются вдалеке. Да, еще такая музыка. Аккуратно, вот там чуваки, которые гранаты кидают. Да, можно местность разрушать. Вообще. Battlefield просто отдыхает. Кому нужен первый Battlefield, когда есть кабан? Надо, короче, накопить кучу гранат, и у вас босса ими тупо закидать. Блин. У вас уже, по-моему, обычная нюковская страта. Никогда еще не подводила. Сука. Блин, да магазин почти! Там осталось вот чуть-чуть. Все. Просто. Роялтиста. Да изи вообще. Да вообще норм. Хорошая игра. Да вообще. Не, вдвоем, например, самое. Вдвоем вообще топич. Просто можно. Давай, короче. Блин. Они еще ходят так упорото. Граната! Граната в тебя летит! А не смы, ну. Я прям не его увернулся. Никита тебе. Да, 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 да. Класс. У меня еще, кстати, в детстве был подобный тир, Operation Wolf назывался. Прикольный такой, не знаю, кто в чате, может, тоже играл. Тоже на NES? На NES был. Ну, он, короче, Operation Wolf, он, по-моему, везде есть. На NES, на еще на каких-то консолях, на DOS, по-моему, даже есть, на Spectrum. Ну я гранат-то по номера Хедшот. Кабал-то бы толстого было. А Кабал, кстати, тоже была популярная игра. О, тебе тоже дали понтовый пулемет. Да. Жалко. Он конечный, он на время. А, типа на время. Да, так что надо это просто всех ебашить. А если мы стреляем в наше укрытие, они рушатся? Да. Я уже заметил. На одного 5 из 10, на вдвоем 10 из 10. Вдвоем вообще отлично. Так, короче, сейчас здесь будет босс-подлодка. Подлодка? Да, да, мне надо будет просто ебашить по пушкам. Которые... Блин, короче, надо вот тех чуваков поверить. Наши укрытия. И вот танк-то. Ага, я стараюсь тоже чуваков, которые вылазят с гранатками. Блин, у меня, походу, гранату. И в тебя граната летит. Ай, меня первый раз убили. Да и норм, 2-4, а тебя не первый, а второй раз убили, но тебе при этом еще жизнь дали. Норм. 46-42. Блин, короче, если в бок уходить, то, по-моему, ни одна граната тебя не убьет. Все, так, короче, подлодка сейчас вылезет. Блин, конечно, разрушаемость. Это он не Battlefield. Все, тупо по пушкам, короче, стреляй, уворачивайся патронов вообще. Здесь, по-моему, даже сейф-спот есть у босса где-то. Он у меня. Не, или не нет? Или да. Да. Да, тут просто, да. Нормально. Мне еще и жизнь дали. Вообще топич. У меня Operation Wolf была в детстве, экран смерти пугал до усрачки, там еще музыка. Да, там в Operation Wolf экран смерти вообще жесть, короче. Как сюда подлодка заплыть могу? Она тусуется в этом озере. Ты ее озеро. Не, ну знаешь, там, наверное, какой-нибудь тайный подводный канал, который... Просто на вертолетах. Как там, типа, в фильмах про Джеймса Бонда, когда там, знаете, короче, типа, подлодка куда-нибудь там заплывает и там оказывается в каком-нибудь закрытом бассейне. А, я так понимаю, эти бомбы, которые кидают, их тоже можно уничтожать. Да, все можно уничтожать. Боже мой, полная разрушаемость. Бля, Вульфи, короче, бегу к тебе. Да давай, давай. У меня тут нифига нет. Мне сейчас саундтрек нравится. Ой, фак. Единственное укрытие спас. Класс. Вообще. Блин, вдвоем вообще на изи. Вообще просто я здесь уже два конта просрал к этому уровню. Два? Тут еще и конты есть? Да, то есть мало того, что у нас по 5 жизни, у нас где-то по 3 конта, короче. Да вообще то вообще. Блять, Вульфи. Я просто все парашу просто. Вот гранатка. На вас босса. Я просто не помню ласт босса, я уже всех тут вспомнил босса, у тебя граната попала. Да, 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 да. Случай. Блин, я тебе пытаюсь.
Не знаю, так я... Причем в Ульфе почти перекатами не пользуются. Я просто перевихаю. Я, наверное, после Супер Марио просто там... Чувствую эти пульки. После этих куб уже все может. Блин, вообще, даже кран, боже мой, ломается. Как можно... А заметил еще, что там вот где мы стоим, а вот то, что вдалеке, это следующий уровень. Между прочим. Вот обрати внимание, видишь, что вдалеке сейчас? Ну сейчас мы туда убежим в закат и окажемся. Ну, Покетс можно было бы пройти, но, блин, наверное. Блин, давай, короче, ты. Че Как будто эти ковбойские штаны, которые не могут. Если я умру, никто проходить не будет. Блять, че и че. Правильно, Фантоми. Я, короче, нюку усложняю игру, я просто его... Я просто уничтожаю его. И пройду. Че там, Фантоми? Че? А, ты с Юджиной все договорил? Да. Он говорит, что если что-нибудь написано будет интересно, пиши, обсудим донат. В любом случае, удачи на стриме. Они просто его уносят и сами... Эти чуваки гранаты выкидывают, короче, с этими, с носилками. Если по ним стреляют. Ты меня услышал? Чего? Я Юджину говорю. Справа, справа. Песик, прости, я разбудил тебя. Ты малыш. Все, провалилось. Козел вообще белый. Давай левее. Вот еще хорошо. Все? Еще. Ну, видишь, полоска внизу, только она становится вся черной, этап прошли. Изи-пизи. Ну, давайте. Ну, блин, что, они даже вылезать, что ли, перестали? А внизу это гранаты наши? Да. О, ну, я 82. Я подготовился. Я вообще гранаты не везу. Так, короче, сейчас здесь будет... босс здесь будет грузовик, который будет оставлять от себя вагоны, которые нужно убивать. Давай, короче, и у меня будет правый фланг. Да, да. У тебя будет левый. Нет. Топите, топите. Сбегу за... Волплей на ютубе 1.5 часа. Там... Не играл, что может быть в 2 раза больше. Ну давай, Вульфи, мочи. Просто. Я просто вокруг него обстрелял, чтобы он испугался и ушел. Ежин, ты не забываешь, что он в плей записывает те, кто знает там все. Где не прячется только гранат. Все, класс. Блин, я же говорил, на двоих просто изи. Ой, блин, ребят. Короче, вам вагоны оставлять, надо их валить. Вот эти вот, да-да-да-да-да. Блин, ну свои просто тимплей. Просто, как один. Они даже стрелять не успевают, вау. Давайте, тимплей. Вот это обузная игра на двоих, я понимаю. Не за что батл тост, да? Вообще. Просто. Они у меня столько стреляли там, я постоянно перекатывался. Давай, Юджин, ее на четверг и на вечер оставим. Ну, короче, да, Фантомик, ты можешь в четверг прийти, потому что у нас, походу, в четверг никого не будет. Никто на ночь не останется, судя по всему. Да и не на ночь, по-моему, вообще никого вечером туда ждут. Я, кстати, ну завтра будет папка Кроуч, поэтому, короче, в принципе, можешь и завтра, ну, точнее, уже сегодня. Короче, смотри, как хочешь. А в четверг он? Ну, в четверг к нам приходи. Только приходи вечерком совсем. Такое. Посмотрим. А, подожди, а твой спецгость в четверг же планирует? Да, ну я надеюсь, во-первых, что он не обломает, а во-вторых, он, скорее всего, днем там, ближе к вечеру, хз. Ящик убить. Блин, не успели прочитать. Мам, хоть там саундтрек-то слышно в чате? А то я что-то только сейчас подумал. Он такой топичный. Иди там. Там просто щук-щук-щук. Ой, я тоже хочу пулемет. Да. Только мне другой дали. Ну, это все равно они все вылезают со стороны Вульфа, и он их валит просто. Всех зарашивает. Просто. Джакал. Блин, Джакал, короче, мне нравится, но я в нее не играл. Джакал-то там, где нужно на этом, на джипиках, да. Да. Я все путаю кабалы и этот. Вот это вот с джипиками. Ну, видишь, они все у меня вылазят. Защищать их свой фланг. Вот видишь, как чувствуешь, какого быть мной на предыдущих уровнях? Просто там один вылезет такой, типа. А где есть музыка? Подожди, давай им прибавим сейчас. Давай. А то еще то. Как? А, ну да, я совсем тихо поставил. Чуваки, сорян. Сейчас должно быть погромче. А лучше сейчас это самое. Рейди. Мне на ролик какой-нибудь ресню. Боже мой, ну. Просто отжали паузу и сразу.
В игре топовая музыка, когда они в закат уходят. А почему у красного донат? Блин, вообще, вообще такую анимацию что... надо куда-нибудь в донат сделать. Еще на что-нибудь, потому что она слишком красивая. Вот когда хвост делается, вот надо, короче, такую анимацию сделать. Блин, чтобы они уходили. Вырезал, короче, гифку из видоса. Причем сделал, чтобы только чисто солдатики были. Да, да, чисто чтобы они уходили куда-нибудь, я не знаю. Ну или может просто, чтобы они двигались. Потому что так не получится. Блин, что-то там. Это сука белая. Этот чувак, вот вдалеке, он просто уворачивается от меня. Просто танцует. А что, желтые ворота сломать нельзя? Не. Ну, ты знаешь, можно, конечно, попробовать. Не-не-не, их не, по-моему, нельзя сломать. Но вообще они хорошо, потому что они нас тоже защищают. Вот, видишь, все, что, короче, в конце разламывается, в конце разламывается. На 100 мне 6 гранат. А у тебя, кстати, тоже жизнь дали, у тебя 3 минуты. Ладно, я все равно там где-то всегда. Звездочку, звездочку бери. Да. Непонятно, даже. Я даже не помню, кстати, что звездочка значит. Посмотрим. О, да. Блин, за звездочку пошел. Да ладно, фигня, мы уже там почти в 4-4, по-моему, у нас еще уже куча жизней и контов. Ну блин. Надо же MLG по полной устраивать. Просто была бы это Call of Duty, там просто, знаешь, киллстрики, там, медальки. Че? Блин, я уже думал, все, мы даже выходить перестали. Не, а вижу еще просто. Вот босса застреляю просто. Блин, скоро 1000 очков будет. То есть 100 тысяч очков. Ой! Бля-бля-бля! Короче. Да, я понял. Я забыл. Это тот самый босс. Да. Которого надо именно убегать. Оборачиваться и стрелять. Ай, блин, как меня попало. Ой-ой-ой, меня попало. Все, одна осталась. Пизи-пизи, надо, наверное. Все. Просто нормас. На тоне. Сейчас будет пятый? Все, последний. Последний. Угу. Так, ну, ну все, собрались. Все, тут тащите. Давай лучше тех, которые... Ну я пытаюсь. На земле. А я пока у меня есть эта штука, я буду бить так. Ой, что-то сломал будет. Можешь перекатиться ко мне. Да. Ну я тут дестрой устраивал, у меня, короче, я в берсерк вошел. Сейчас рано и поздно самолет у нас попадет. А может и нет. Блин, ну короче, мы какие-то вообще ему. Так, танк. Просто еще фишка в том, что танк убивать, потому что за него больше вот этих штучек дается. А-а-а, ну все. Чем за обычных солдат. Изи-пизи какой-то вдвоем-то, да, вообще, так я же говорю. Я прям чувствую, как вдвоем, но гораздо легче. Угу. Просто дошли до 5.2, как я не знаю. Да без контов. Пойди на эту сам, на изи запусти. А тут нету уровней сложности. Здесь даже нету никакого выбора в меню. А второй игрок начинает, просто нажав кнопку старт на первом уровне. А потом она у него выключается. Ну, то есть, типа, если дальше первого уровня, второй игрок просто не может на старт нажать. Да, вон его награз сложнее. Блин. Хорошо, что ты реролью этих Бэтмена с Робином. Нормальная игра. Потому что получили удовольствие, в закат уходит. Не, ну просто, блин, я бы не... Не, Бэтмен и Робина я бы охренел. Да, это... Я представляю, какой это сложный, на самом деле. Это как Contra Hard Corps. Вот Contra Hard Corps бы прошел бы кто-нибудь, кто шарит в ней. Да. Был бы кто-нибудь, кто шарит в Бэтмене и Робине, да, да. А игра это вообще везде была, она и на игровых автоматах была. А сколько там? 300 человек, о боже мой. А это на Кабале все ушли, потому что сказали что-то, что... Всем показалось, что какая-то дресня, короче. Ну, ничего они не понимают. Ну, подожди, подожди. Мне кажется, наверное, у Гиты все ушли. Да, смотрят Гиты стримит. Ну, нормально, Гиты закончит стрим, обычно нас захостит, больше-то некого. Ну да. И мы как раз Кабал пройдем. Да, и будет какая-нибудь дресня. Поистине дресня.
Блин, просто генератор задолбал. Я в нем насобаны игры, короче, 80%, которые я бы мог и хотел пройти. Но, сука, выпадают именно те, блядь, которые я не могу пройти.